Я бы хотел обратить внимание всего депутатского корпуса на те моменты, которые были проголосованы нами несколько месяцев назад. Далеко не надо ходить. Берем приватную газету, раздел объявлений по продаже участков под гаражи индивидуально. То, что мы с вами три месяца назад одобряли, делали. Значит, продаются участки, те, которые мы выявляли граждан застройку этих гаражей. Продаются по спекулятивной цене, дорого эквивалент. И тот участок, например, про который я его пытался отстоять, это в районе улицы 40 лет Октября, участок возле детской колонии. Вот он продается сейчас. Хотя я возражал, наша комиссия полностью возражала. Для чего мы это делаем? Понимаете, мне противно вот это вот поднимать руку, вот с нынешних, противно уже давно, когда используется, нас используют, а кто-то на этом зарабатывает деньги, колонии. И никакая небесная сотня не поможет в этом отношении. И вот когда происходит вот это легко выяснить, кто продает эти участки. И без, надо, если мы голосуем за то, чтобы выделить участок тому, кому потребен этот гараж на самом деле, то, наверное, без права его перепродажи каким-то образом можно так сделать? Мы же не можем. Ну, значит, мы позволяем человеку, людям, определенному какому-то контингенту людей наживаться. А громада, люди на нас все думают, что мы здесь голосуем и мы распределяем эти дела. Но почему так происходит? Вот эти вопросы я хотел бы как раз задать в качестве зауважения начальника земельного отдела. Почему так происходит? Да это же вопрос не ко мне. Но ребят, да. Владимир Владимирович, что есть дозвільні документи? Як ми можемо заборонити людині, яка виконує своє конституційне право і має це право?